Телеведущая Ольга Бузова уже давно заявила, что забыла Дмитрия Тарасова и готова к серьезным отношениям. Вот только почему-то певица до сих пор так и не может устроить свою личную жизнь. Исполнительница все время подогревает слухи о своей влюбленности в некого молодого человека. Однако, судя по всему, это лишь выдумка ради пиара. Не исключено, что Бузова до сих пор любит Тарасова, поэтому не может настроиться на новые отношения. Возможно, именно по этой причине телеведущая пытается попасться на глаза экс-возлюбленному. Накануне Дмитрий Тарасов отмечал свой день рождения. Кажется довольно странным, что Бузова в тот вечер решила посетить именно ресторан «Ласточка», куда они всегда ходили вместе с футболистом до развода. Возможно, певица предположила, что именно в этом заведении Дмитрий будет отмечать свой день рождения. Однако, судя по видео на странице Насти, они были в другом месте. Похоже, Бузова ищет возможность якобы случайно встретиться с ним. Впрочем, возможно, Ольга просто решила поесть в любимом заведении, вовсе не думая при этом о бывшем.